В МГИ состоялся открытый разговор обсуждения документального романа народного писателя Василия Егоровича Васильева «Хырысхал». Книга была издана после его смерти в 2021 году. Василий Хырысхал более 30 лет собирал материалы для этого романа, работал во многих архивах России и мира. В издание вошли художественные очерки, написанные по итогам работы во множественных архивах. Это труд о первом поколении якутских интеллигентов, об их судьбах, эмиграции, репрессиях и неутраченной любви к родному народу. Общественность района, близкие друзья писателя поделились теплыми воспоминаниями о народном писателе Якутии и его творчестве. Мы посвятили первое наше мероприятие нашему народному писателю, общественному деятелю, архивисту, драматургу. Ну, если перечислить все эти эпитеты, то действительно вот невозможно остановиться. Все то богатство, то наследство, которое оставил наш Василий Егорович Хырысхал нам и всей Якутии, не побоюсь этого слова, даже для истории всей Российской Федерации.